Накануне бдительные горожане увидели, как неизвестный мужчина оставил подозрительный пакет возле кафе рядом с зоопарком. Работники общепита сразу вызвали полицию, но кроме мусора ничего не нашли. Ежедневные сообщения о бомбах усиливают общую тревожность калининградцев. Люди смотрят телевидение, люди смотрят новости, люди слушают истории тех людей, которые там погибли или потеряли кого-то. И они настолько проникаются этой ситуацией, как будто она происходит прямо с ними. Пытаясь контролировать, мы только усиливаем свое чувство тревожности. Ну и передаем его, естественно, близким. Поэтому смирение, принятие – это самый первый шаг к тому, чтобы перестать испытывать тревогу. Полиция уже нашла авторов слухов о возможных терактах в России. В законе четко прописана уголовная ответственность за ложные сообщения. Всех шутников ждет штраф до 1 000 000 рублей или тюремный срок.